красавица. Вон, смотри, видишь? Такую херню, это огоньки все. Навешу вам. Здесь, здесь. Придушу хозяину. И это. Слава богу, это еще не подключено. С этой стороны также. Куча-куча огоньков. Внутри уже пошла разборка. Бардачки, что у нас? Вообще ужас. Что это, где это, куда это? Надо разбираться. Здесь у нас предохранители. Бум. Перемычки с одного на другой. Господи. Дальше, что у нас тут? Наверху. Я снял уже просто. Тоже скрутка на скрутке. Что-то соединено. Это еще ладно. Дальше смотрим. Сейчас, секундочку. Тут куча проводов, какие-то лампочек. Здесь он висят. Что, зачем? О, очки, кстати. Так. Убираем телевизор. Так, убирается он. Опа. И здесь у нас еще. Просто. Жесть. В общем, идея такая. Отключать по одному светильнику, этому лампочке, идти по проводу и выкорчевывать. И так по одному. Все сразу не обрезать, потому что надо проверять, мало ли что там. Вот перемычки, особенно надо разобраться, что там не так. Потому что не хочется, чтобы потом машина не завелась. Наушники даже. Ё-моё. Как в Range Rover, правда? Ну, вот, чуть-чуть что-то есть. Ну, круто, 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 надо полазить. Столик нам подарили. Пепельница. А что такое? Отвертки. Не, ну это металл. Металл. У нас инструмент получше. Что, наушник сломан, что ли? Наждачная бумага, очки, ну, пока не нужны нам, лента, мусор, о, кассета. Кстати, тут сзади такой вот магнитофон стоит с колонками. Он уже открылся. Все. Надо разобраться, как он работает. О, столик у нас есть. Единственное, что не вижу отверстия, куда он вставляется. В полу должно отверстие быть. Мне кажется, вот оно. Да, во. Фига, оно замаскировалось. Во. Вот такой фронт работы. Расколхозинг называется. Ладно, работаем.